Что за перекрестки? Где я вообще хожу? Что это такое? Я тут не пройду. Кого я смешу? Всем привет, ребят! С вами снова Диана, и я сейчас... Да. Заикаюсь уже. Сейчас иду по делам. Решила взять с собой, и вот давно не было влогов. Ну и почему бы и нет? Сейчас с вами идем до метро, садимся туда и едем в молл, потому что мне нужно купить подарок своему учителю, который был... Ой, свет в той стороне. Так вот, который был безумно-безумно хорошим для меня и написал рекомендательное мне письмо. Поэтому мне нужно его отблагодарить, купить ему подарок. Думаю, я куплю ему галстук, пока не знаю. Что вообще дарит учителям? Мне сказали, дарят их бутылки, но в Корее так не делают, поэтому, да. В общем, с чего это я вообще решила снять влог? Если кто не знает, сейчас многие очень американские блогеры делают влогмас. Это видео, которое они каждый день, получается, снимают до Рождества. И мне эти видео очень-очень нравятся. Я их очень-очень люблю смотреть, и меня прям настраивают на Новый год, на Рождество, на все эти вот праздники. Поэтому я вдохновилась этим и решила, что, блин, Диана, ты сегодня идешь на улицу, выходишь из дома в какой-то веке, почему тебе не снять что-нибудь? Поэтому этим и занимаюсь. И, да. Видео в прошлом году, или когда я еще делала влоги, вы знаете, что тут раньше была совсем другая обстановка. Тут была лестница, получается, вверх, и там начинался мол Шинсеги. Сейчас они все поменяли, построили буквально недавно. Так что да, теперь это все так футуристично, знаете, везде стекла, зеркала, все дела. Ладно. Нам нужно двигаться. Я не знаю, может сначала перекусить? Думаю, сначала перекусить. Типа я ничего не ела, и это не есть хорошо. Как много народу. Ну да, сегодня воскресенье, ничего я ожидала. Почему нельзя все свои дела делать пораньше, скажите мне? Почему я всегда куда-то двигаюсь не вовремя? А вот это вот я сейчас буду есть, ребят. Разве это не прекрасно? Просто... Я закончила кушать. Сейчас иду на 5-й этаж, где продаются все вещи для мужчин. И буду искать галстук. Мне кажется, это займет довольно-таки большое количество времени. Ибо сказать, что я фэшониста, я не могу. Что ж, поехали. Все оказалось проще, чем я думала. Я уже купила галстук, кину вам фотку куда-нибудь сюда. И сейчас я пойду в книжный. И хоть нет, я сейчас пройдусь по магазину, посмотрю своим друзьям подарочки. Что, Диана зашла в книжный. Сейчас я иду посмотреть мне вещи, ибо у меня нет вещей на зиму. Что может звучать очень странно, но на самом деле это так. Я купила себе... Я купила открытку подписать учителю, и еще я купила книжку, которая называется... «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ее читает сейчас Марина, она мне ее посоветовала, так что я решила купить. Буду ее читать в оригинале на английском. Так что да, идем дальше. Завещать. Очень много народу сегодня везде. Пробиваемся сквозь толпу, ребята. Хотела вам показать, как красиво тут все украсили к Новому году. Всегда, в принципе, все красиво украшают. В этом году уходят «Звездные войны», как вы знаете. И вот что происходит у нас тут, в Пусанчике. Вот там еще елка, вы видите, да, что там творится? Если вы не видите, я вам покажу. Вот что там творится. Вот такие вот дела. И как можно не любить Корею из-за этого, скажите мне?
так, сейчас я ничего не купила в итоге, потому что мне ничего не нравится. Я очень сложный человек. И сейчас я спускаюсь вниз, чтобы, во-первых, купить сладости моему учителю, который очень любит сладкое. Тоже вместе с галстуком я им подарю это все. И я сама очень хочу кофе и какой-нибудь чизкейка или что-нибудь там, крепе какой-нибудь. Так что, да, идем туда. Самый мой любимый этаж из всех этажей в этом моле – это B1. Во-первых, почему? Тут продаются сумки, аксессуары всякие, сережки, вот эта бижутерия, вот это все. Часы, вот это все так далее, очки. Это все я очень люблю, мне очень нравится бижутерия. Это раз. Во-вторых, там у нас есть фудкорт. И там такая вкуснятина продается, ребят, вы бы знали, ёлки-палки. Еще тут продаются свечки. Ну, как бы, да. В общем, боже мой. Знаете, у меня сегодня-вчера подружка спрашивала, что я хочу на Новый год. На самом деле, я без понятия. Вот у меня вроде все есть, мне ничего не надо от этой жизни. Но я не знаю даже. Так что вот хожу-брожу. На самом деле, я все хочу. Но это не есть хорошо. О, какая кружечка. Люблю кружечки Starbucks, ну да ладно. Так, тут у нас продаются конфетки, они их тут делают, тут продается рост, шоколад. Мне нужна даже что-то другое. Ладно, будем искать. Ну что, ребят, я все, что я уже купила. Тут у меня получаются печеньки, и тут у меня галстук. Сейчас еду на метро до дома. Я протупила, не взяла пакет подарочный. Так что сейчас поеду домой, и рядом с домом у меня есть торговый центр тоже. Тоже зайду туда быстренько и куплю пакет. Вот. И зайду в Starbucks тоже. Так что да, вот такие вот планы сейчас у меня. А на улице уже потемнело. Вот он, мой мат. Иду туда за пакетиком. Что-то давно не ходила в город, устала прям. Да ладно, последний рывок, я буду дома, который вон там вот находится. Эй, let's go. Так, смотрим. Что такое? Чайка. Так, с этой рукой я ничего не получится. Опа. Ну, зачем вот это вот? Зачем? Нормально был пакет. Зачем вот херня? Ладно, пойдем. Готово. Тут получается у меня печеньки и тут галстук. Еще я закину туда открытку. Вот эту вот. Напишу письмо и кину туда. И да, это будет выглядеть примерно так. А вот книжка, про которую я вам говорила. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. И, в принципе, все, что и шапка моя на всякий случай, ну и да. Сижу в Старбаксе в Имате, заказала любимый карбонкета. Буду выпить, сидите домой. Ребят, я пришла домой и сняла макияж. Открыла также свою книжечку. Чуть не порезала страницы, пока открывала эту как это называется? Обертку. Сейчас нужно убраться немножко дома. Потом чуть попозже придет Марина, будем с ней по скайпу разговаривать. Ну, да, пока я сейчас уберусь и с вами поговорю немножко попозже. Халло, прибралась, ладно, тут у меня больше не висят вещи, туда нужно еще закинуть вещи, накрасила ногти, немножко переборщила, но с этим ничего страшного, придумаем что-нибудь, 8:30 ночи мне нужно делать уроки, и потом нужно выкинуть мусор, и потом нужно доубираться немножко, да, вот там у меня лежит мой пакетик, вот он, я его заберу завтра с утра и передам учителю своему. Буду заканчивать на этом свой влог, но прежде чем как уйти, я хотела вас спросить, что вы думаете о влогмас,
в этом, этих сериях видео. Почему? Потому что я уже говорила, что я люблю эти видео смотреть, потому что они меня прям готовят, знаете, к Новому году этому всему. И я знаю, что иногда бывает в России, ну, по крайней мере, у меня так было, что не приходит настроение до самого дня Нового года, и даже, может, оно вообще не приходит никогда, что очень-очень грустно. Поэтому я хотела бы поснимать видео, подготовить вас к Новому году и все такое. Если я начну снимать, то это будет, наверное, через недельку, 16-15. И... да, вот хочу вот так вот сделать, и с 16 числа до включительно 31. Не знаю, хотите ли вы это увидеть. Во-первых, потому что я на этой неделе, получается, на вот, неделе 16 числа, я уезжаю в Сеул. В Сеуле я могу снимать и не снимать. То есть, может быть, дни будут, когда я вообще ничего не буду делать. И будет ли это вам интересно смотреть, вот в этом вопрос. Но если будет, то, пожалуйста, напишите мне в комментарии, я все это учту, или напишите мне на Ask, я тоже все учту, потому что мне много кто писал: Диан, сними, пожалуйста, влог. Ну, я так подумала, что почему бы и не снять влогмас для вас, потому что давно не было видео на моем канале, именно влогов, и я их, я помню, раньше очень-очень любила делать, было прикольно, поэтому почему бы нет, почему бы снова не пробовать. Так что да, напишите мне об этом в комментариях, и я сейчас пойду дальше заниматься своими делами. Всех вас очень сильно люблю, и спасибо, что сегодня были со мной и сходили со мной по магазинам, и я себя не чувствовала одна. Вот. Пока-пока.